Всем большой привет! И зацвела у меня вот такая эквестрисная красота. И я безумно рада. Вчера было еще два цветочка, но за ночь все-таки очень-очень жарко. И за ночь один цветочек отвалился. Поэтому снимаю только один. Но он прекрасен. У меня такого нету. Это не дубль. Это просто шикарное цветение. И это Phalaenopsis эквестрис Strug News от Crum Orchards. Я надеюсь, я правильно произношу. В общем, орхидея от Крамера. Очень красивый. Очень-очень мне очень нравится необычность боковых пилоричных лепестков. Очень нравится цвет. И, к сожалению, на камере он все равно немножко бледноватый, потому что в лепестке и, собственно, колонке больше розового. А когда вживую смотрите, вот петалии, в принципе, хорошо, вот на самом деле передал свет. Я сейчас выглядываю из-за камеры. Да, петалии хорошо передались. Вот они такие есть. Но ушел розовый, потому что на губке кончик такой более розовенький. Не такой, как здесь. И меня переполняет чувство. Я готова смеяться, прыгать тут, танцевать. А потому что, ну, очень приятно увидеть цветение, на самом деле, так быстро. Он был цветоносом, вот он показал свое личико. Он очарователен, просто очарователен. И, вы знаете, тот момент, когда я обычно достаточно ровно дышу к пилорикам, а в некоторых, в общем-то, вариантах мне пилорики даже не нравятся, но здесь, в своих любимых эквестрисах, я обожаю пилорики. И они дают разнообразие, дают возможность собрать их побольше, 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 и таблеток от жадности в придачу. Вот, действительно, очень милая очаровашка. И что для меня показалось необычным, это то, что достаточно крупный цветок, как для пилорика. Я его еще не замеряла, но вот по отношению к пальцам он достаточно крупный. У него, как видите, очень-очень сильно вот отогнуты назад лепестки. Они прямо идут вдоль цветоножки. Но я думаю, это из-за жары. У меня во время жары многие так делают на самом деле. Так что в более прохладное время, я думаю, будет более такая привычная форма цветка. Ох, не могу налюбоваться. Кручу-вертю. Обалденный, вот очень нравятся переходы и игра цвета на пилоричных лепесточках. И как видите, он заканчивается, лепесточек, вот здесь вот не совсем белым. Когда я кручу цветок, видно, что там есть оттенок. Ой, в общем, вот такая мордашка у меня зацвела, я действительно очень-очень рада. Буду растить это чудо и дальше. Довольно, очень довольна покупкой. Все ожидания, мытарство, все того стоило. Большое спасибо еще раз. Огромнейшее спасибо всем тем, кто поучаствовал в покупке этой орхидеи. Спасибо вам за помощь, за приложенные вами усилия. И вау, знаете, вот это все стоит вот этих вот эмоций, чувств и радости. Действительно прекрасный эквестрис. По уходу все как с обычными эквестрисами. У меня много видюшек на эту тему. Можете посмотреть, не буду здесь разливаться мыслью по древу ухода за этим фаленопсисом. Я надеюсь, вам тоже понравилось. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С удовольствием, на самом деле, их читаю, отвечаю. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока!